Всем привет! В сегодняшнем видео мы сделаем мед из одуванчиков. Итак, я собрал 100-120 одуванчиков. Не нужно промывать, чтобы не смыть пыльцу. Нужно нарезать только цветочки, сами лепестки. Потому что вот эти листочки зелененькие, они будут горчить. Далее сюда нужно добавить 2 стакана воды и поставить на огонь. После того, как закипит, нужно оставить на 30 минут, чтобы готовилось. Далее нужно будет это все процедить, еще раз поставить на огонь и когда закипит, добавить 2 стакана сахара. Также чайную ложку лимонной кислоты, все хорошенько размешать и довести до кипения и потом уже разлить по банкам. Как пишут специалисты и говорят врачи, это очень полезный и вкусный ароматный мед. Итак, давайте посмотрим, что у нас получится. Итак, мы добавили 2-2,5 стакана воды, накрываем крышкой и включаем. Итак, после того, как все закипело, делаем огонь поменьше. И нарезаем туда лимон вот такими небольшими дольками, что будет придавать аромата, кислинки, ну и за место лимонной кислоты. Итак, после того, как мы сюда бросили дольки лимона, аромат очень-очень приятный. Вот такой вот цвет приобретает. Можно размешать. Можно деревянной или силиконовой лопаткой. Вот так размешиваем все тщательно. Очень душистый такой приятный аромат стоит на самом деле. Если до этого пахло просто травой, то сейчас очень такой приятный цветочно-лимонный аромат. Ну и ставим уже поменьше огонь и варим еще 20 минут. Итак, прошло полчаса, вот как все выглядит. Теперь нужно остудить, потом это все через марлю трехслойную процеживаем. Также добавляем туда 2 стакана сахара и варим еще 20 минут. Далее уже все фасуем в стеклянную баночку. И поверьте, получится потрясающий, ароматный, вкусный, а самое главное, очень полезный мед из одуванчиков. Всего доброго. Пока-пока.